Всем привет, дорогие друзья, с вами Серега, и сегодня будет наконец-то долгожданный обзор моих достижений на 80-м ранге аккаунта MC Серега. Спасибо вам всем огромное за то, что поставили лайк на прошлый ролик про обзор склада, надеюсь, на этот ролик вы также поставите лайк, спасибо вам всем огромное. Ну что ж, а мы поехали. В общем, получено достижение у меня 362. Так, 362 достижения, ребят, это не хухры-мухры. Правда, я вот эти достижения, которые последние полгода добавляли, наверное, еле-еле набивал. А вот именно раньше, которых не было, хорошенько набивал. Тут особенно вот в этой обнове добавили время того, как ты получал эти достижения. Так что можете посмотреть, что когда. Вот, смотрите, первое достижение свое получил я 19.04.2013 года в 3 часа 59 минут, да. Сразу вот я пошел на тренировку, или какая она легкая раньше называлась, и сразу же прошел ее на ноль. Вот это я скилловик. Искреннее дружелюбие. Ладно, давайте я на самом деле пропущу эти достижения. 10 раз джиггернаута. Вот. Убить 1000 врагов из ППШ или винтовкой Мосина. Боже, мне тогда, в общем, дали Мосину за какой-то там день входа. И это было нереально круто, потому что мне очень нравилась эта снайперская винтовка. Я играл с ней. И как же обрадовался, когда, оказывается, за нее еще ачивка была. У меня была 600 фрагов, когда я узнал, что за нее еще ачивка дается. Мне сказали там чувачки, которые со мной играли, помогали мне там всякие ПВЕшки проходить. Я очень сильно обрадовался и, естественно, пошел, добил ее. И всегда наверное, до 3 ежей я только с ней гонял. А может быть, и не до 3 ежей, не помню на самом деле. Так, лашпевские. Первое оружие, которое я когда-либо набил, это АЦР за короны. Помню, купил сначала на 4 дня, ой, нет, на день сначала купил, думал, за день набью. Думал, я такой скилловик, оказалось, я не совсем такой скилловик, набил 400 фрагов, потом купил ее на неделю. Ну, коронки не помню, откуда тогда были, у меня был собственный клан, Альфа-Мастер, назывался как-то так. И коронки нам, естественно, не давали, только на ПВЕ их зарабатывали. Так, потом калашик, скарчик. А, это джиггернаута убить, скар элитные. Ну, тут, видите, ПВЕшные ачивки идут. С50 за короны, калика. Так. Акулочки 4 идут, видите? Смотрите, первая акула получена 30.12.2013. Вторая уже 3 числа, 4 и 5 числа. С50, FNF2000, МКИБР, 25 джиггернаутов, тайп. 500 раз на легком уровне, это я как раз набивал, наверное, эти вот ручки мне дали. Как раз таки. АЦРочка. 5 раз убить топором. Вот топор мне дали, то есть топора не было в игре, мне его дали. То есть там какой-то чувак пин-код выиграл и решил мне его продать. То есть я такой думаю, ты что, дурак что ли? Я кинуть мне захотел, он такой кидает пин-код, на, проверь. Я такой активирую его, ну активировал, думаю, ну ладно, сколько ты за него хочешь? 500 рублей, держи. То есть как-то так получилось. Ну, на самом деле, сейчас я бы так точно не сделал. Просто тогда никто не так не срал мне личку, пин-кодами и остальной сранью. У меня тогда не особо дохера подписчиков было, так что... А если такое вот вы написали, я бы как бы... Я как-то раньше вообще все сообщения абсолютно какие были, читал, отвечал. Но сейчас там просто настолько мусора много в личных моих сообщениях, что даже смотреть неохота, что там кто-то пишет. Так. Бар, топорик, видели? Топор, кстати, какой-то баг на бесконечных ботов был. Я немножко добил, что ли, 1000 врагов я добил или нет. Так, 9000 я набил на... Просто треньки бегая, и потом там баг на треньке был, и я сбегал пару раз, наверное. Но там мало сделал, потому что, сами понимаете, стопора как там их месить. 500 раз убить джиггернаута и снайперской винтовки, тоже довольно неплохо. Так, ПВЕшные. АК-47, Галил. Вот тут баг тоже какой-то по-любому был на какой-то, мне кажется, на Галил. Я помню, что я на баге набивал каком-то. Ну, имею в виду баги на бесконечных ботов на ПВЕ. Но все мы набивали на бесконечных ботах, признайтесь, в общем... Так, XM8, Макмиллан, QBU, нож. Ну, если думать, что это я все на багах набил, нихера подобного, только 2 ачивки где-то на багах набил. Вы же знаете, что там один день всю эту миссию можно было бегать. То есть за один день только одну оружку где-то набьешь. Ну, то же самое, вот сейчас зомби-режим, то есть раньше были баги, вот эти толпы ботов перли, и там можно было сделать 700 фрагов, например, за один раз. Сейчас можно 1000 фрагов сделать на зомби, то есть легальный баг сейчас. QBU, ножик. А читак М200, винторез, экзекутор, еще ультрамарин нож, кабар нож, ФАМАС, лопатка, кукри, шарпшутер. 250 врагов в голову из новогодней хлопушки, очень скилловая ачивка, М50R, АВМ, кастом, ачивки за марафон, М-очка дефолтная, Кэтли Хок G36, кей, да. Какой-то баг тупой был на вот этих фарме.
Вот за примерно полчаса можно было одну ачивку зафармить. Не знаю, сейчас можно такое лет. Ну, в общем, Warface весь баганный. Спокойно, ачивки все фармятся благодаря багам. Вальтер Ва 2000, Альпина, Клирхок SL8, СВД, СИК-550, Тавр Стар 21, Катана, ДВК-2, МКИБР, АЦР, Калика, штурмовая, Тавартар-21, штурмовой, Барет, тут меня кто-то исправлял, ножом Сурвер Танта, АСВАЛ, так, золотые пушки идут, ну у меня все золотые пушки набиты, кроме вот этой новой, пока что я еще даже не играл с ней на самом деле, так что скоро и поиграю, и набью. Так, ну и тут видите, ПВЕшные ачивки пошли, и 1000 врагов из микродирт игл. Давайте посмотрим, каких у меня нет ачивок, вот, сами посмотрите, каких у меня нету. Зомби режим мне не понравился, поэтому я даже не ходил его, только если вот какую-нибудь легкую пойти, какую-нибудь золотую пушечку набить, а так мне нахер оно не нужно. АХ-3000, МК-3000, это все с ПВП я играл. Почти, а не, 5000, 5000 тут и тут 4000. Ну, можно бы добить на самом деле, но что-то мне нахер это не надо. Так, тут 19 числа, вот 20 число на следующий день я получил ачивку убить 100 врагов в режиме прицеливания. Так, убить 5 врагов одной гранаты. Не фармил, просто случайно вроде гранату кинул и получил так, достижение. Так, тут по джиггернаутам, по ВЕшной ачивке, тут на короны, убить в голову после того, как тебя... Так, вот, смотрите, 50 мозгов, 2013 год, 01.07, так начал я играть. Смотрите, через 3 месяца я только сделал 50 мозголомов. 3 месяца играл и сделал только 50 мозголомов. Потом я, походу, научился их делать. И смотрите, 07-го. Смотрите, через 29 дней у меня уже была ачивка на 500 мозголомов. Так, 30-го, 07-го. Так, на 2500 мозголомов, мне ж интересно. 12-го, 10-го. Через 3 месяца я сделал 2500 мозголомов. То есть, видите, это где-то у меня было 3 ежа. На 3 ежах у меня уже были 2500 мозголомов. По-моему, неплохо. Ну, как бы, в то время их было потруднее делать, чем сейчас, на самом деле. А, Сега 12 Тезы короны набитая. Вроде, кстати, на баге. Не помню, на самом деле, я набивал. А, Спас 12. 2 года игры. Кстати, начал играть вроде, когда как раз-таки... Так, 04 январь, февраль... Январь, февраль, март, апрель. Апрель. 4-го... Да, 19 апреля начал играть. 19 апреля. Да, уже... Нет, стоп. А, да, 19 апреля это как раз была где-то днюха Warface. Вот смотрите, я то есть не смог получить ачивку за 1 год игры. РПК, МГ4, 1000 врагов из пистолета Люгер или Наган. Это, видите, на следующий год уже 2014 набил. То есть там была замочена 2013, а это уже 2014. Так, тут я фармил. Ютас UTS-15, джунгли, Сайгада НСС обычная. Фармил. Ну, вы можете сами смотреть, в принципе, не обязательно, мне кажется, озвучивать. Ядерный взрыв, заслужить 10 тысяч гренадеров. На самом деле, где-то, наверное, 1005 гренадеров у меня было. Остальное я набил на фарме, да. Убейте 5000 врагов из Мосберга элитного, тайп элитный, D17. Вот это, смотрите, совершите 500 тайных убийств в режиме выживания. То есть, невозможно, невыполнимая ачивка. Но наши разработчики лоханулись. И считалось во всех режимах. То есть на штурме, командном бое, где бы вы не сделали тройное убийство, оно считается вам в эту ачивку. То есть так оно и бывает. Убить 5000 врагов из сайги за короны. 1000 единиц, ну, короче, розовый дигл, ноутбук и, кстати, марафоны этот. Тут его нету. Мне не дали ачивку за это. Я вообще марафон не выполнял. Вот, вообще не выполнял. Просто играл и играл. Так, вот смотрите, каких ачивок у меня нету. И сколько у меня. Ну, можете поставить на стоп или там посмотреть. Чё да как у меня там? Не особо интересно. Я жетоны и значки никогда особо не фармил. Я всегда больше ачивкам уделял время. Смотрите, а у кашбар почти набит. Ну и юсас, 6000 скиллу, ПВП. Чисто. Ну а чё, мясорубочки пригорело немножко. Взял юсасик и всё, и ультимейтов ты пригорело. Так, царь горы 20.06.2013, неплохо. 100 штурмов выиграть. Мастер диверсии, помню, на то время, кстати, была очень востребованная ачивка, и все хотели получить. Занять 51 мест. Что-то, по-моему, я получил 250 мясорубок, а потом хер на эти мясорубки забил. 5000 врагов из Тавр-Ктара элитного, Крис элитный, ДВК-1 элитный, Дигл элитный, так, этажики за Ликву. Берета М9, Барета, хотел сказать, господи. Так, вот, ликвидацию прошли, 19 этаж. Дигл обычно бит, змейка.
Херня, 60 ранг получил я 08-02. 08-02-2014-12-55. Неплохо. 1000 штурмов. Убить 250 врагов. Ой, убить 250 джиггернаутов ножом в подкате и джимбила акула. Вообще на изи выполнил. Просто на изи. Ликуш часто бегал. 250. Изи вообще. Правда, не оставляли иногда раки. Ну, изи выполнил. 500 джиггернаутов из пистолетов. Ну, естественно, раз тут такое есть, тут чуть вообще изи. Так, ну это понятно. Так, башенки, площадь. Так, 250 мясорубок первых мест. Потом, мне кажется, хер забил на мясорубки, серьезно. У меня еще пошло на двух твинках есть 250 мясорубок, кстати говоря. 10 тысяч врагов из USP, 10 тысяч скитара, 1000 захватов, 1000 подрывов, 500 доминаций. Так, это тоже какие-то доминации, это всякие PvE-шные ачивки. 10 тысяч гренадеров, ну естественно, 10 тысяч у меня этих... А, это 10 тысяч гранат. 10 тысяч гренадеров вы тоже видели. 1500 побед в режиме доминация, Крис, Глок элитный, UMP элитный. Утечка. Это на 1 апреля что-то было. 10 тысяч, ой, 10 тысяч. 1000 командных боев, 10 тысяч командных боев, господи. Так, элитный Дигл. Это типа, кто больше всех передрочит, золотая рука. Так. Неоновые всякие ачивки. Ну и получи 70 ранг, тут некорректная дата указана. Показано, что я получил 02-2016, хотя на самом деле льва я получил немножко раньше. Можно видео на моем канале найти, и то есть деньги отнять, и примерно будет дата, когда я получил льва. А тут, к сожалению, не зафиксировалось это, как я получил льва. Но как я получил 80 ранг 25-02-2016 в 19-12, все зафиксировано. Так, и чего у меня тут нету? Ну, почти вулканчик, но вулканчику я его не буду больше ходить, на самом деле. Так, ну, посмотрите, у меня тут инженерских пушек. Я, на самом деле, много инженером играл, но если я играл инженером, я играл либо с Ктаром, либо с Крисом, то есть... Вот эти вот, видите, как видите, у меня мало пушек набито, конкретно. 400 мясорубок у меня все первых мест. Мало, мало. На самом деле, стрёмно. Стыдно, стыдно, ребят. В общем, ребят, это были мои достижения. Я вам решил их показать. Может быть, я, конечно, забыл что-то рассказать про какое-то достижение. Напишите в комментариях, я обязательно вам отвечу, если посчитаю нужным. То есть объяснить какое-то достижение. В общем, как-то так. Не забудьте, ребята, обязательно поставить лайк, подписаться на канал, вступить в группу ВКонтакте, подписаться на меня ВКонтакте, подписаться на мой второй канал. Ссылки на все есть, друзья, в описании. А с вами был Серега. Спасибо огромнейшее за просмотр. Всем удачи, друзья, и всем пока.